На канал Экзегет поступил такой вопрос. Можно ли вступать в брак не по любви? Вопрос актуальный, потому что надо вообще иметь представление о том, что такое любовь. Но, собственно говоря, конечно, нельзя вступать в брак по расчету, безусловно. Нельзя вступать в брак все же по уму только. Брак – это тайна соединения двух людей в одно единое целое. Да оставит человек отца своего, матерь свою, и прилепится к мужу или к жене, и будут два в плоть едину. Конечно, просто соединиться по уму, по одному расчету – это невозможно. Есть некая тайна. А эта тайна есть тайна любви. И Господь дает ее, дает как благословение на брак. Другое дело то, что можно эту любовь осквернить, опошлить. Можно не разобраться, что это дар Божий, а какими-то нечистыми рожениями все разрушить и перевести это в плотскую зависимость. Но это уже не будет любовь, настоящая любовь. Конечно, любовь совершенная бывает тогда, когда есть совершенная вера и совершенный христианский опыт. Конечно, нельзя требовать от молодых людей такого совершенства. Но, тем не менее, есть понятие о чистоте, о целомудрии. Это понятие надо всячески прививать молодым людям. Потому что там, где целомудрие, там, где чистота, там сохраняется Божье благословение, там сохраняется Божья любовь. И потом, по мере того, как люди возрастают в этой любви, любви христианской, любви во Христе, она становится все более и более совершенной, все менее и менее плотской и все более и более близкой к Богу. И вот о идеале такой любви мы можем прочитать у апостола Павла. Это удивительные слова, которые характеризуют всю полноту любви, всю ее глубину. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Вот если бы так любили друг друга, именно такой любовью, мы были самые счастливые люди на свете. Помоги, Господь, нам эту любовь стяжать.